Здравствуйте. Это жены мобилизованных, 121-й полк, 2-й батальон. Сейчас на данный момент мы не знаем, уже 4 месяца, где находятся наши мужья. 24 февраля они были включены в личный состав воинской части города Комсомоль 08801, из которой благополучно отбыли в неизвестном направлении. На данный момент мы не знаем, находятся 4 месяца, не было ни выплат, никаких увольнительных. По нашей информации, 6 июня, должны были их вернуть в эту часть. Они сюда не доехали. Из их полка, 121-го полка, доехала только 1/4 рота. Где находятся остальные роты, нам отказывается воинская часть сообщать. Мы обращались по всем инстанциям, мы звонили всем. Везде нам не дают никакой информации, где наши мужья. Вот так нас мобилизовали, наших мужей с работы, сорвали. Ничего, ни единого дня не были дома. Мы не знаем, что сейчас с ними происходит, живые они, не живые. Нам на это никто не может дать ответ. Как так получается? 200 человек, это что, иголка в стоге сена? Ответьте нам кто-нибудь, куда нам можно обратиться? Половина инвалидов. Нет комиссии не было. Ничего не было. Ничего не было. Буквально ничего не было. Для Путина, что ли, на Путина писать? Да. Половина из них шли явно в нездоровом состоянии. Это никого не интересовало. И по сей день не интересует. Куда могли пропасть люди на территории ДНР? Скажите мне, пожалуйста, выехали с одного места и не доехали. 200 человек военнослужащих.